Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Госдума, ОЛТВ и Тучка, Гусонек, Секрет, пацаны, скажите классные слова. Всем привет! Всем привет! Всем очень понравился ролик, когда мы тестировали крутые бомбы и ракеты. Сегодня у нас вторая часть, и будем сегодня не просто по машинам стрелять, а еще и разрушать постройку. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем тестировать. Первая ракета, 135 мм, танк Shell. И сегодня еще будет настолько прикольно, что здесь будет выживать человек. Ты готов? А вы вдвоем будете? Да. Давайте все мы. Ну давайте, пацаны. Я буду стараться приблизительно попадать. Как получится? Вот это жесть! Я еще на постройке. Вот это круто. Так, отлично, мне это нравится. Ребята, надеюсь, вы уже прямо сейчас поставили лайкосик и подписались на канал. Ребята, ракетка пошла другая. Буду четко попадать в вас. Блин, не это класс. Ого, там все горит. БА 107 и ЦБМ. Что? Ого. Вот это штуковина. Я не знаю, как она будет лететь. Давайте попробуем вот так. Стой, ракета. Да не убегай, не убегай, ракета. Ну новая. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме. Ты. Мне кажется, сейчас и машины все сольют. Стой! Криво, криво, стойте! Бракованные продают ракеты в хате. Ну, Дима, а где ты учился ракетам? А нигде ж не учился. Ну вот и ничего не сказал. Она сра просравша! Да стой ты! Что с ракетами не то сегодня? Ой, как греет. Да сейчас все будет. Сейчас. Да блин, прям пламя в лицо летит. Во-во-во! Четко! Бам! Давайте посмотрим, что здесь вообще осталось целым. Ну что, здание еще наполовину целое? Так, хорошо, давайте мы сохранение загрузим. У нас тут все продумано до мелочей. Карпун. Нифига себе, они красивые, да? Не очень. Ой, я вижу, мне кажется, она уже... Что-то мне страшно. Ого, она четко... Промахнулся. Мазила. Нифига себе, она лупит. А, Мазила, да, говоришь на меня? Я Мазила. Стой, Я думаю... Бау! Вот это оно лупит! Нифи... А чё, вообще ничего не осталось? Они, вот еще куча места есть, выживание! На досках на полу! А чё оно горит? Я тебе поверю, Дмитрий. Ах ты секрет. Вот такая еще есть ракета «Москит». Комар, ну она как будто насквозь пробила здание. Держит. Хорошо, держится. Патриот. Патриот. А ну давай, кидай. Ракета с Алиэкспресса просто. Ну ракета летит. Ну не в нас же. Ну не в нас же. Сбила. Неплохо оно наклонилось. Значит, не сильно мощно. СМ. Ну так называется. О! Что? Она что, отрикошетила, что ли? Ты видел? Да, да, да. Ой. А что она как? Это что, лягуха, что ли? Да ты Мазила. Она просто бочком. Сейчас постараюсь прям в доску попасть. Да стой, ракета, не бег! Да куда ты убегаешь? Птица тебя. Так, вот так. Во! Четко, смотрите. Не попадешь. Да она в доски бьется и уль... Больная, что ли, ракетела? Да что она лупит? Это пробивная, она, короче, дерево не видит и просто летит дальше. Ничего, здание еще наполовину целое. СТ-1922. Ого. Ого, колобака. Да, что это за здание? Что это? Ты просто кинь, даже не это. А, она активируется? Нет, это все ракетелы. Тихо. Не надо. Вверх. Мази. Ну, значит, сейчас посмотрим, как она так взорвет. Нифига себе она надымела тут, коптилка какая-то вонючая. Напердела. Сейчас как жар. Не сильно мощно. Как-то мало, да. Мало, да? Я знаю, как ее запустить надо. Сейчас вам покажу. Давай. Ну, ракета. Сейчас ее раскрутишь, да, еще? Не-не-не, я сейчас ее запущу, чтобы она ускорилась немножко. Во. Давайте со стороны посмотрим, как это будет выглядеть. Во, вот как я хотел. Прям четко. Ба, это было идеальное попадание. Ну что-то осталось? Еще... Да, мы живы еще. Нет, этого мало, надо новое здание, так как сейчас будет очень мощные ракеты. ТК
105 ИСБМ. Ну что за название, язык поломать можно? Это же видишь так. Лети! А что она? Ого! Что, сложила здание? А что так мощно? Доска полетела, Дима. Это нормально, это после записи может печку топить. А, классно. Я хочу эту ракету запустить и посмотреть со стороны, как она взрывает. Так. Сейчас ее запущу и сразу лечу. Вот, смотрим. Okay. Со стороны как это будет. Я на всей ракете. Бум. Она практически все снесла. Но это мощная. Да. Вот мы по зданию как раз можем определять, насколько мощная ракета. Переходим к следующей папке. Называется Propertis. Короче, Propertation. Gunpowder Propel. Что? Кто это? Кто это такие? А что у вас там? Ой, что это за... Тихо, какая ты... А что это такое? Я еще и попал четко. Довольно-таки слабо. А не, она горит, смотрите! Подожглось все. А что так много дыма? Дыма много. Ну это видишь, она дымовуха. Опа, рушится. Смотрите, как тут доски гнутся. Такс. Интересно, упадет или нет? Напишите в комментариях, упадет здание? Да не, оно держится. Нет. Да все нормально, я сейчас лифт подниму. Слабо, слабо. А еще и лифт работает. Да. Так, Propertation Propellant. Да я не понимаю, ну что, чем такие названия сложные делать? Да просто кто-то читать не меня же, нет? Бум! Так, оно еще целое. Блин. Да. Оксикеросине? Керосина? Ты так читаешь? Так, знаешь, специально, чтоб весело ж было. На. Она должна поджигать, если я попаду, она подожжет. 100%, давайте посмотрим, прав я или нет. Да вот так вот. Горит. Ой, вижу, загорела бомбочка. Туда. Четко попал, идеально. Она еще и выровняла. Я его что, починил, что ли? Да, конечно. Гидроген Propertation. Я буду говорить так, потому что мне тут легче говорить. Это водородная бомба какая. Ого! Ух ты. Ничего себе. Кстати, как для досок, она слабо уничтожает. Она теперь качается. Я думаю, что нам можно даже будет записывать ракеты в следующий раз или бомбы, ставить мощные бетонные здания и разрушать их. О, это качельки. О, ребята, антиматерия Propertation. Куда ты лети? Слишком высоко взял. Давайте издалека посмотрим, как она взорвется. Да она слабо, наверное. Да нет. Ну давай посмотрим, когда я попаду. Да ракета, стой! Дураленга! Да ниже её, ниже. Сейчас, смотри, четко. Давай, давай. Бу! Она ничего. Она просто стирает все на своем пути, мне кажется. Третиниум. О, а если что-то классно? Угона скоростная! Жесть. Вот это опасно, ладно. Это было мощно. Я поймал бомбу. Фига себе, удочка. Точно! А что, на рыбалку, пацаны, собираемся? Да. О, сюда можно встать и постоять? А ну попробуйте, можно постоять там? О, ну еще гнется от веса человека. Короче, этот, засовываем человека и ловим акул. Квадиум какая-то, ничего себе. Удочка, говорит. Готовы? Четко в удочку. Ух-ю-юй! А удочка выжила. А, удочка не выжила. То было не удочка, то была удочка с наживкой. Следующий пак у нас... Сиренс. А, ну давайте посмотрим, это сирена. Ого. А если я кину динамик, будет звук вместе с ним улетать? Что, я не слышал ничего. Да, улетел. Да. Прикольно. А это? Black Hole Bomb. Это черное очко? О, кидай его. А, это просто... Это уже не ракеты идут? Я не понял. Да. Секрет, а что с тобой происходит? Полетело. Слой. Здание разрушилось! А! Тянит! Что за слайд-шоу? А! Что? Черное очко. Я в нем нахожусь, я вижу, как искажается реальность. Да все, давай возвращайся в реальность. Да. Оно просто уничтожило здание, стерло его? Да. Это моща, ребята, это очень мощно. Бойлер. А, бойлер — это классная тема, там просто как обычный бойлер взорвется. Давайте мы посмотрим его разрушаемость, когда мы его поставим прям
В середине здания. Во. Ой. Во. Это куда? Куда? Ну бойлер, кипяти воду срочно. Все, уходим. Уходим. Поднимайся скорей. Поднимайся. Мне кажется, оно сложится. Давайте смотреть, как это будет красиво. Я поднялся. Опа. А, такое. А загорело зато... О, нифига. Что это за бойлер такой? Секрет нормально тебе? Что с тобой? Ты сидишь на нем? Я не знаю. Блин, ну это круто. А бойлер-то оказался мощный, пацаны. Captain's Zenite? Что это такое? Что это такое? Я не знаю. Что у вас там такое маленькое? А я не знаю. А ну, если его... А ну, может, по нему стрельнуть надо? Может, это завтрак капитана? Чего? А не, вот оно пердит. Себе завтрак. Нифига себе завтрак. Что это за огненная штука? А что понос его? Понос. Так, в здание. Надо его срочно. Кидать. А, все? Улетело? А, ну просто... Не, оно пропало. А ну, возле здания поставь, попробуй. О, давай прямо на здание положу. Короче, что-то походу положили капитану острый перец. Нифига себе. Куда? Острый перец, да. Сейчас. Давай его на здание, в хату. А что оно не активируется? А почему? Во! Ой-ой-ой. Оно жгёт, смотрите. Да. Ничего себе, оно яркое. Оно активирует, видимо. Оно взрывает? Бенгальские огни. Да, кстати. Такое. Нет, короче, да. Довольно-таки плохо. Как? Да. О, это что? Эндотемик бомб. Ух ты. Так, попробую в здание попасть красиво. Ну и как бы, ну вот это. Да все равно взорвет. Ой, а что, дырка снова? Нет? Что за... Сейчас будет взрыв. Нет. Так я не понял, что за простейшн. А ну выключить бессмертие, давай посмотрим, как она с нами. А мы сейчас увидим, убивает она или нет, если мы ее активируем. В здании прям. Смотрим. А, она поджигает. Да, она ждет. Это торнадо какое-то энергетическое, что ли. Еще такие помехи в звук. А, вот как. Exotemic bomb. Похоже на то очень, только там была написана, нарисована луна, а здесь солнце. Может, интересно. Сильнее эффект будет. О, как раз проверим, откинет здание или нет. Ого! Секрет, ты куда? А что это полетела палка летающая какая-то? Это было круто. Казмент Кор. Ого. Что-то пошло, ребята, мощное. Сирена. Ой. Да мать себе, Дима. Ты куда? Ну-ка. Куда улетела? Должно взорваться, по идее. Нет. Нет. Ого, здание снесло. Нифига себе. Это расстояние этой бомбы. Хайперсоник бомб. Гиперсоник? Так, сейчас попробую прям в здание кинуть. О. Класс. Ну, ай, ну чуть-чуть. Да без разницы, все равно. Доски берите, ловите. А, все. Она просто раскидала. Прессуре кок бомб. Что это такое? Это молоко шефа. Ой. А ну что там она делает? Нужно взорвется? Ну к зданию, к зданию. Ну давай. Чайник кипит. Оно взорвется или нет? Оставлю его. Сейчас чайник взорвется. О! Ого. Оно подпрыгнуло немножко, видели? И загорелось. Оно пост поджигает. А, да, неинтересно. Нифига себе там дыма от этой штуковины. Все это, короче, дополнение к завтраку этого капитана. Знаете, что сейчас будет у нас за бомба? Сингулярити. Офигеть, давайте проверим, что она... Давайте я сейчас далеко кину, а потом, если она сильно мощная, то я ей вблизи взорву обязательно, я все близко далеко взрываю. О, мое. Она тебя притягивает или она отталкивает? Я не могу. Ребята, я лечу на палке куда-то. Ого, оно лагает у нас. Нормально так. Я сейчас отслепну. Я думал, будет взрыв в конце. Sun bomb. Солнечная бомба. Кидай. Что солнце само? Нифига себе, четко попал, вы видели? Да. Это что, здание исчезло? Исчезло просто и все. Это что, просто гора досок осталось? Да, впитало в себя. Палочка, моя палка. Прикольно. Супер Соник бомб. Супер Соник бомб. Ну, Дима мазила чуть-чуть. Это не спасло это здание. А че оно кащи-то? Ну так надо, значит. Какой-то, ё-моё. Здание, ну иди гуляй, я разрешаю. Ну здание.
Она что-то испугалась. Смотрите, что я сейчас поставлю. Это надо только я здесь взорвать, смотрите. О, это бочка, это бочка. Все, давайте отлетаем, все стреляем с пистолетов по ней. Это квас? Да, квас, взрывоопасный квас. Ого, у меня полет слетел. А, и все. Ну, вот это квасок. Смотрите, какие эффекты классные, такие аж черные полосы дыма. Ого. Ого, все в дыму, ничего не видно. Это дымовуха еще была? Да. Походу. Это круто пук. Это действительно. А кстати, дым долго идет. Даже сейчас застал. До сих пор. Ну типа топливо ж горит, оно же черное должно быть. Дизельная дымовуха сейчас. Так, переходим к последней папке. Т-97. Торпедо. Торпедо. А, это подводная кабака, по идее. Сяду, по идее. Стой. Садись, я буду кидать. Ой, хотите, садитесь. Я вас буду всех бросать вместе. Во! Нормально, пацаны, все четко? Да. Пацаны, я вас ловлю. Ой-ой-ой, блин. Она кидается плохо. Да, и все. О, давайте я здесь поставлю ее. Она, наверное, для сбрасывания подходит. Вторая. Да, кстати. Ой, она улетела. Ой-ой. А да, она для сбрасывания. Ой. Дима, мне взрывать? Ого! Ребята, напишите в комментариях, какая больше всех вам бомба или ракета понравилась. Пацаны, вам какая больше всех понравилась? Ну, правда, наверное, да. Гиперсоник бомб или суперсоник бомб. Так как мы пропустили две бомбы, антигравити бомб. Давайте все-таки взорву, покажу, как она работает. Давай. Опа, смотрите. Вверх карты самой прям. Да, и она будет теперь вечно, пока не перезапустишь. Реально? Да. Подожди, даже если карту очистишь? Нет, смотри, смотри, очищай карту. Что? И мы все равно летим. Короче, нулевая гравитация или что? Ну, получается, оно... Да не, если бы была бы нулевая, мы бы на месте стояли. Да, это минус гравитация. Получается, если мы поставим какое-то здание или что-то и взорвем эту бомбу, то оно вверх полетит? Давайте проверим. А вот это уже интересно. А что тут черное все? До сих пор дым. Ветер фига. Придется на полете только, пацаны, быть. Так не получится. Будет сдувать вверх. Смотрите, даже сохранение загружу, это не сработает. Видите, мы летим. Я не летаю, кстати. А я летаю вверх вот постоянно. Почему так, я не знаю. Ну, короче, да. Ты медиа. Виноват. Антигравити инхибитор. Дима, блин. Давайте проверим, полетит здание вверх или нет. Ой, блин, но оно прижимает. Бьет, ну больно. Я хочу все-таки вот эту вот бомбу сделать и проверить, полетит ли здание все-таки до края карты. О, вообще нормально. О, да, слетело. Значит, надо было ту бомбу взорвать после той. Да я знал, на самом деле, эту тему, вот. Да, конечно. Это что за ракета деревянная летит? Она летит и горит. Не, ну это красиво. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Осторожно! Всем пока. Ой, блин. Ух, что мы сделали? Ты что, гусанек, сделал? Прощайте. Ого! Вот это мы психи!